Эти слова, похоже, даются ей нелегко. Королева Нидерландов Беатрикс в коротком телеобращении к подданным объявила о том, что отречется от престола в пользу старшего сына. До сих пор моя работа обогащала меня духовно. Для меня очень много значит, когда я могу быть близка к людям, сочувствовать им в горе, разделять их радость и гордость за страну. Беатрикс правит Нидерландами в своем особом стиле более 30 лет. В апреле 1980 года об отречении от престола объявила ее мать Юлиана. Наблюдатели отмечают, что нынешняя королева – человек очень обязательный и работает, не покладая рук. Ей нравится управлять. Так Беатрикс не боится вмешиваться в политику. Жителям страны это импонирует. В 60-е годы выбор наследницы престола Беатрикс спровоцировал скандал. Она вышла замуж за дипломата из Германии, и это после немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Но жители страны в итоге хорошо приняли принца Клауса, который был любим в Нидерландах вплоть до своей смерти в 2002 году. Беатрикс, которая продолжит исполнять обязанности главы государства до 30 апреля, отрекается от престола в пользу старшего сына Вильяма Александра. А 31 января, еще сохраняя за собой трон, королева отметит свой 75-й день рождения.